Программа у нас первой начнет, и кто эту программу завершит у нас. Но, как правило, обычно боятся, кто же ее все-таки начнет, тем не менее, кто-то ее начнет, эту программу. Вот, сегодня вот такие вот у нас здесь бумажки приготовлены. Мы, наверное, какое-то сделаем нейтральное лицо, которое у нас распределит вот эти наши номера. Но сразу оговорю, что за право голоса есть, то есть, вернее, дали свое согласие, чтобы вытянули за них их порядок в программе. Кто-то из представителей, кто будет проводить эту жеребьевку, это Левашов Николай, Кулагашева Ирина, Кузнецов Александр, Янголова Мария и Покореева Дамирина Гуцуев, вот Светлана Анатольевна, конкретно, что она за него скажет. Так, ну, а пока на этом у нас понятно то. Так, ну что, давайте определимся, во-первых, кто из нас будет вот эти порядковые, значит, наши... Можно ли я? У меня есть желание не выйти на первый номер, потому что мне не повезло однажды. Желание начать, да? Да, желание начать у меня. А знаете, у меня есть список по порядку исполнителей, и вот давайте мы, наверное, найдем какое-то нейтральное лицо, чтобы у нас тянуло эти бумажки. Вот я и говорю, можно ли я? Можно ли я вытянуть бумажки? Ну, давайте решим. Нейтральное лицо Нина. Мне кажется, вот нейтральное лицо, может быть, на самом деле у нас в прессе присутствует. Может быть, вот Нина Ивановна мы посадим. Если Нина Ивановна, допустим, вытянет либерную, я буду обижаться из конкурса. Дело в том, что я очень боюсь разговоров опять о какой-то подтасовке на конкурсе. И, допустим, кто-то вот вдруг решит, что чья-то бумажка где-то какая-то там откусанная или другого цвета. Поэтому я хочу, чтобы, допустим, у нас сейчас вот присутствует художник наш или вот представитель прессы, которому абсолютно все равно. Он всех рад вас видеть одновременно, и мне кажется, совершенно не заинтересован, кто из нас вытянет какой номер. Давайте определимся как. Либо мы приглашаем вообще с кого-то с коридора, чтобы... Голосование предлагаю. Форум есть. Ну что, как мы определяемся, кого-то здесь или просто открываем дверь и кого-то приглашаем сюда? На художника просто. На любого ребенка. Нет, смотрите. Если есть сомневающиеся, то можете проверить. Так, итак, Кучеренко Валентина. Да пусть сейчас по всем пройти, каждый весь. Так, Кучеренко Валентина. Номер 14. 14 номер. Жаль, вы закрываете программу нашу. Я, конечно, заранее извиняюсь, если я кому-то, так сказать, не угодно. Владимирова Татьяна. Номер 4. Четвертый. Можно даже, в общем-то, для телевидения нам как-то представить. Кривмин Сергей. Номер 1. Сергей, ты его тут справляешь. Какое оживление. Вот такое, правда. Знаете, Галина Николаевна, когда ты... Номер Алексей. Номер 8. Да у него положение 6. Для фото, давайте как-то, чтобы представиться как-то... Чтобы, конечно, по крайней мере, кто есть. Давайте снова. Панарин Сергей. Номер 10. Нормально. Плавовский Александр. Номер 12. Это круто. Ирина Водопьянова. Номер 7. Я хотела. Спасибо, как здорово. Значит, сбудется все то, о чем я задумала. Левашов Николай. Его здесь нет, но мы сейчас тянем за него эту записку. Все подтверждаете, что это было именно так. Это номер 13. Ого-го! Это, мне кажется, тоже круто. Протокол занесите. Кулагашева Ирина. Номер 9. Ее тоже нет сегодня. Мы думаем, что это тоже неплохой номер. Девятый номер.
Так, ребята уже остаются там вторые, третьи. Да. Так, Бадмаев Борис. Номер три. Мы не Татьяна Куценко. Так, номер шесть. Ребенок, скажи что-нибудь. Кузнецов Александр. Номер два. За него мы тянем номер. Так, Янгулова Мария, ее тоже нет, но... Номер 11. 11. И Юрий Покореев. Номер 5. Великолепно. Итак, все, жеребьёв у нас прошло. Номера определились. Свои, все номера, я думаю, уже четко влезли в память и все запомнили. Так, дискотека. Приглашают все. Так, но самое главное, наверное, на сегодняшний момент определиться, как завтра у нас пройдет порядок репетиционный, как мы распределим вот завтрашний день. По номерам, наверное? Вот. Я думаю, знаете, к сожалению, у нас сегодня не все, кто-то подъедет только завтра. И... Ирину Кулагашу с песней из репертуара Владимира Преснякова «Замок из дождя». Город Абакан, Ирина Кулагашева. Раз, два, три. Алексей, ты уже не первый раз выступаешь на конкурсе «Шлягер» и постоянно поешь свои песни. Вот расскажи, как вот вообще ты пишешь песни? Ну как, просто беру и пишу. Сочиняю сперва музыку,
Потом, ну, в принципе, если еще не наоборот. Сперва беру слова, он их пишет музыку. Я сперва пишу музыку, потом уже на музыку отбираю слова. То же самое свои слова. А вот скажи, ты профессиональный, можно сказать, музыкант, у тебя профессиональное образование, ты чистый музыкант. Зачем ты вообще участвуешь в конкурсе «Шлягер»? Ты пытаешься занять какое-то место или просто хочешь спеть, показать какие-то работы публике? Ну, я даже не знаю, как это ответить. В принципе, и то, и другое. Хочется и что-то показать, что-то новое кому-то, людям. Там, и хочется пообщаться с музыкантами, которые приезжают, и которые не так часто приезжают и собираются. А тебя нисколько не смущает, что вот, допустим, в том году ты не занял никакого места, не получил там никакого такого особенного приза, ну, кроме как за участие? Нисколько. То есть ты готов петь и петь, и тебе нравится? Да, да, да. Мне нравится петь. Я хочу петь. Праздником в этом году – Рождеством. Пожелать вам здоровья, счастья, улыбок, любви, добра. И пусть рядом с вами будет всегда добрая, хорошая песня. Четвертый год на этой сцене проводится конкурс исполнителей эстрадной песни «Шлягер 93». Уже в этом году 93.
И сейчас я с особым удовольствием представлю тех, кому предстоит сегодня очень сложный день. Итак, участники нашего конкурса Сергей Кривмин, «Белый яр». Борис Бадмаев и группа «Депо», город Абакан. Юрий Покореев, город Саяногорск. Татьяна Куценко, Саяногорск. Ирина Водопьянова, Саяногорск. Алексей Конных, Саяногорск. Ирина Кулагашева, город Абакан. Сергей Панарин, Саяногорск. Александр Клоповский, город Саяногорск. Валентина Кучеренко, город Саяногорск. И Николай Левашов, город Сосново-Борск. Сейчас наши исполнители за кулисами успокоятся, закончат свои последние приготовления, ведь сегодня им предстоит такой волнительный день. А я хотела бы в первую очередь рассказать о тех, с чьей помощью состоялся и проходит сегодня наш праздник песни. Конкурс проводится за счет средств Министерства культуры Республики Хакасия и средств наших уважаемых спонсоров. И я хотела бы рассказать, кто же они. Акционерное общество фирма «Саянстрой». Акционерное общество «Венчур». Индивидуальное частное предприятие «Инвар». Строительное предприятие «Антарес». «Хакас Инвест Фонд». Производственно-коммерческая фирма «Гермес». Фирма «Саян Маркет». Фирма «Виконт». Магазин «Фортуна». Юридическая фирма «Фемида». Коммерческая фирма «Волна». Магазин «Светлана». Акционерное общество «Ива». Ателье «Сибирячка». Администрация города Саяногорска. Комитет телевидения и радиовещания Республики Хакасия. Видеоканал «Гамма». Совет профсоюзов «Единение» и «Саянтелеком». Спорткомплекс «Аполлон и Афродита». Дворец культуры железнодорожников города Абакана. Страховая фирма «Хакасия», которая выдала всем участникам нашего конкурса страховые свидетельства на сумму 100 тысяч рублей от несчастного случая на время проведения конкурса. Но я надеюсь, что с нашими участниками за это время ничего не произойдет. А сейчас настала пора представить вам наше уважаемое жюри. Президент фонда «Возрожденная провинция», телекомментатор телевидения Останкино, Нинель Шакова, город Москва. Постоянная участница и лауреат всесоюзных и международных фестивалей джазовой музыки
актриса Русского республиканского театра драмы Мария Штерцер. Художественный руководитель Государственной республиканской филармонии, заслуженный артист Бурятской республики Леонид Третьяков. Преподаватель музыкальной школы, солистка группы «Атланты» города Саратова, на протяжении 10 лет ведущая солистка группы «Эксперимент» Людмила Шевченко. Специалист по искусству Министерства культуры Республики Хакасия Руфина Потапова. Постоянный участник всесоюзных и международных фестивалей джазовой музыки, композитор и заведующий музыкальной частью Абаканского драматического театра Владимир Раздобурдин. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем первое отделение конкурса. Широкой по равнинушке гонят тройки ямщики. Эх, по русской, по судьбинушке чат гнедые рысаки. Широка равнина русская, вся ковром весной цветет. Средь полей дорожка узкая, эх, куда она ведет. Вся черна дыма черного, ты стонала такой, как девчушка беспризорная, да в объятиях чужаков. Эх, ты русская равнинушка, били в грудь тебя штыки, да топтали и колени. Тройка, тихо, тройка, перед волной будет.
Репертуара Филиппа Киркорова «Розы на снегу» поет Борис Бадмаев. Thank you.
депо города Абакан. Уважаемые дамы и господа, по установленной традиции на нашем конкурсе существует с песней «Весна в Петербурге». Юрий. На голяной улице гуляли юнкера, светило солнце в Александровском саду. С самого утра в снежки играла детвора, мальчишки сыпали с трамваев на ходу. Стоят извозчики, и кони пыркают на Знаменской на площади. А на Владимирском в окрестном медленно планирует народ. 12 бьет, ах, золотые купола, как они сверкали, золотые купола, и глаза сияли, золотые купола, той далекой ранней весной. На Невском шумная веселая толпа, меха до шубы, да румянец на щеках. Целый день вокруг Александрийского столпа лихие всадники на белых скакунах. И людям чудится, что все, о чем они мечтали, скоро сбудется. Зима забудется, и лед трещит под Николаевским мостом весенним днем. Ах, золотые купола, как они сверкали, золотые купола, и глаза сияли, золотые купола, той далекой ранней весной. Чудится, что все, о чем они мечтают, скоро сбудется. Зима забудется, и лед трещит под Николаевским мостом весенним днем. Ах, золотые купола, как они сверкали, золотые купола, и глаза сияли, золотые купола, той далекой ранней весной. Ах, золотые купола, как они сверкали, золотые купола. Той далекой ранней весной. Ах. Золотые купола. Глаза сияли, золотые купола. Спасибо, дорогие мои земляки. Юрий Покорев, город Саяногорск. А я приглашаю на сцену самую юную участницу нашего конкурса, Татьяну Куценко, с песней «Мамбо» из репертуара Лаймы Вайкули. Поет Татьяна Куценко. Мы, как мечтали мы, что эта ночь.
ночи кроет нас. До утра мы на бот танцевали, до рассвета горели огни. До утра мы на бот танцевали, конец нашей случайной любви. Теперь мы друг от друга далеко. То ночь на островах, как танцевали мы мамбо. До утра мы мамбо танцевали, до рассвета горели огни. До утра мы мамбо танцевали, конец нашей случайной любви. Случайной любви. До утра мы мамбо танцевали, до рассвета горели огни. До утра мы мамбо танцевали, танец нашей случайной любви. До утра мы мамбо танцевали, до рассвета горели огни. До утра мы мамбо танцевали, конечно. Тротуара Лады Дэнс. Поет Ирина. Мнется ночное кольцо мокрым асфальтом дорог, прячет ладонь лицо в спящий город. Девочка ночь смело шагнет на порог. Я расскажу ей, как ты стал мне дорог. Легким дыханием мы случайно смешали теплые краски любви. Нежной рукою ночь приоткроет новые тайны свои. Лишь только настанет день, сомнения гоним прочь. К нам приходит ночь, любит только ночь. С тобой с ума, и некому нам помочь, когда приходит ночь, когда приходит ночь. Тихо звучит для двоих музыка улиц пустых, и впереди целый мир до рассвета. Смелые губы твои мне никогда не забыть, я не могу не любить, помни это. Легким дыханием мы случайно смешаем теплые краски любви. Нежной рукою ночь приоткроет новые тайны свои. Лишь только настанет день, сомнения гоним прочь. К нам приходит ночь, мы любим только ночь. Сходим с тобой с ума, и некому нам помочь. Когда приходит ночь, мы любим только ночь. Лишь только настанет день, сомнения гоним прочь. И к нам приходит, лишь ночь. Сходим с тобой с ума, и некому нам помочь. Мы любим, лишь ночь.
лицо, мокрым асфальтом дорог, прячет ладони в лицо, смущена. Юная девочка в ночь снова идет на порог. Я расскажу ей, как ты стал мне дорог. Легким дыханием мы случайно смешали теплые краски любви. Нежной рукою ночь приоткроет. По-прежнему такой.
Спасибо. Кашева, город Абакан, с песней «Замок из дождя» из репертуара Владимира Преснякова. Ирина Кулагашева. Долго были вместе.
наполняя. И стрелки времени торопя бегут вперед, не отступая. С тобой разделим на двоих боль, радость и разлуку. И две черты соединим: любовь и преданность друг другу. Пусть снова кружится.